Дорогие друзья, уважаемые гости и участники телефестиваля, всю эту неделю мы с вами напряженно работали, и сегодня можем себе позволить такой вечер отдыха. Я от всей души поздравляю лауреатов 12-го Всесоюзного телефестиваля. Ну, а тем, кто на этот раз не получил призов, советую не огорчаться. Надо надеяться на будущее. Здесь, в Минске, на фестивале царила атмосфера доброжелательности, объективности, искренности, ну, во всяком случае, в нашем музыкальном жюри. И хочется надеяться, что такая атмосфера будет сохранена на все будущие фестивали. Ну, а сейчас я с большим удовольствием спою вам песню на стихи поэта Андрея Дементьева. Она называется «Я ненавижу в людях ложь». Я ненавижу в людях ложь. 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 Она порой бывает разной, искусной или праздной и неожиданной, как нож. Я ненавижу в людях ложь, то, что считают безобидной, то, за которую мне стыдно, хотя не я, а ты мне лжешь. Я ненавижу в людях ложь. Я негодую и страдаю, когда ее с улыбкой дарят, так что сперва не разберешь. Я ненавижу в людях ложь и не приемлю объяснений, ведь человек как дождь весенний, а как он чист апрельский. Дождь. Я ненавижу в людях ложь, где на предательство полшага, когда-то все решала шпага, а нынче старый стиль негож. Я ненавижу в людях ложь, но жаль, она не исчезает. Ты смотришь светлыми глазами, и верю я, что мир хорош. Я ненавижу в людях ложь и не приемлю объяснений, ведь человек как дождь весенний, а как он чист апрельский ненавижу в людях ложь.